сейчас. Хватайте это все и бежим. Запей на это бесполезное нытье и пляши. Привет! В этом видео я наглядно покажу, чем отличается домашний еж от дикого. Сразу обозначу, что под домашними я подразумеваю не тех ежиков, которых заводят в качестве домашних питомцев, а тех, которые живут в непосредственной близости к человеку, на улицах, во дворах, на прилегающих территориях, в тех местах, где мы обычно и привыкли с ними встречаться. Дикие ежи, в моей интерпретации, это те, которые проживают в непосредственной удаленности от человека и его мест обитания. То есть в природе, в лесах, в полях и других подобных местах, где колючие не привыкли, а может и вообще никогда не видели прямоходящих. Ну, я думаю, понятно. Приятного просмотра. Привет. Ежиная морда. Чик-чик-чик-чик-чик. Завтоптал. Да не бойся, морда, не бойся. Хороший, хороший. Беги, беги, морда. Я покажу тебе, что такое страх. Gotcha! Я сейчас на пробежке. Бежал, и мы случайно с ним встретились. Surprise, motherfucker! Дружище, мы пришли с миром. Злой. Ого. Домашние не такие. Да, такого в руки не возьмешь, не пожалеешь. Не злись, друг, будь добрее. Ладно, я побежал, а ты пыхти тут дальше. Это жесть.
погоне за 63 тысячами грамм. Да, 66 меня никак не устраивает. Мне туда, на горизонт. Все, пока. Не забудь рассказать всем нехорошим друзьям, что дикие ежи очень милые, и их можно гладить голыми руками.